С начала года в области уже выявлено 120 преступлений по линии наркоконтроля и противодействия торговле людьми. Из них 78 преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 38 со сбытом. Всего установлено 29 сбытчиков. Совсем недавно в поле зрения правоохранителей попала учащаяся одной из школ города Бреста. Девушка шла совершать преступление в виде закладок. При ней было обнаружено 40 грамм психотропного вещества, 4 ЦМЦ. В отношении 17-летней учащейся следователями дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Самая главная цель – это предотвратить и доказать нашим детям, что легкие денег они не стоят того, чтобы сесть в тюрьму. Все-таки уголовная ответственность мы помним за данный вид преступления, наступающий 14 лет. Срок санкции статьи предусматривает очень большие сроки. И очень страшно, когда молодые люди попадают в тюрьму в 14-15 лет, а выходят уже совершенно взрослыми, 27-летними, 28-летними парнями либо девушками. Основная цель профилактических встреч, которые проводятся в учреждениях образования, это еще раз напомнить молодым людям об уголовной и административной ответственности при совершении противоправных действий и неминуемости наказания. В этот раз представители органов внутренних дел встретились со студентами Брестского государственного университета имени Пушкина. Это очень актуальная тема на данный момент жизни, вообще общества, потому что эта тема остро стоит везде, во всех районах, странах, и узнавать про эту тему следует всем, чтобы обезопасить себя как-то, своих близких. Я считаю, что это очень важная тема, потому что проблема распространения наркотиков и торговли, она важна сейчас как никогда раньше, потому что по новостям судят, сейчас начался период именно такой, в течение нескольких лет он уже продолжается, когда торговля наркотиками достигает своего пика, хотя правоохранительные органы с этим борются как могут, и я уже замечаю результат, вот хорошие новости уже всплывают, и я считаю, что это очень актуально. Новая форма работы – это стримы с осужденными, отбывающими наказание за незаконный оборот запрещенных веществ. Студенты Брестского государственного технического университета пообщались с заключенными из пресечной колонии номер 5 города Ивацевичи, отбывающими наказание по статье 328 Уголовного кодекса. Планируется, что подобный стрим также проведут и в университете имени Пушкина.